Тема ЖКХ, благоустройства социальной сферы, земельно-имущественных отношений и безопасности остаются приоритетными для серпуховичей. Встреча в формате выездной администрации состоялась в молодежном центре «Патриот». Свои вопросы жители задали главе городского округа, его заместителям, депутатам городского совета и руководителям структурных подразделений. Здесь нам должны были ее поставить. Да, нам сделали площадку. Смотрите, да, при том, когда ее делали, на дворовую территорию заезжали, сами понимаете, грузы, трактора и тому подобное. Один из первых вопросов, озвученных на выездной администрации, поступил от жительницы дома 110 по улице Советская Екатерины Пановой. В 2021 году во дворе сделали детскую площадку, но тяжелая строительная техника повредила примыкающую дорогу. Я являюсь председателем кооперативного дома и пришла за помощью, чтобы сделали дорогу при дому. Спасибо, что сделали площадку, но при этом, как бы, да, с дорогой стала проблема. Хотелось бы, чтобы, как бы, восстановили, сделали. Но мне сказали, что будет выездная комиссия, мы все посмотрим, учтем. Я очень надеюсь на это. Вопрос дорожной инфраструктуры волнует и старшую по дому, номер 46 на улице Российской, Ольгу Похвалынскую. Обратившись к профильным специалистам, удалось решить спорные моменты. Мне идет подтопление, мне дорога и тротуар. Так как проезжая часть стала, мне тротуар будут делать. Вот, линевочка там, так что все, я очень довольна. Просто я подходила к госбезопасности полицейские поставить. И, конечно, у меня рядом красно-белое, там у меня собираются люди, такие контингент, поэтому, чтобы ДПС ездила почаще. Вопросы все решила и очень довольна, ухожу. Спасибо. Самые актуальные темы, касающиеся сферы ЖКХ. Сергей Уточкин пришел на выездную администрацию с конкретным вопросом, точнее жалобой на неудовлетворительную работу управляющей компании «Ваш помощник». Отчасти не обеспечивает безопасность и комфортное проживание жителей, которые, в общем, доверили им управление дома. Пока идет разговор о том, чтобы устранить те неисправности, которые выявлены в процессе проживания дома, и, как бы, установление корректного диалога с управляющей компанией. Я первый раз пришел, да, мне, как бы, показалось, что это комфортно, это на самом деле доступно, когда ты можешь с первым лицом города провести беседу и, как бы, обозначить свои проблемы. Люди во внимании, люди принимают это, разделяют, это очень приятно, это, ну, как бы, уважение добавляет. Многодетная мама, руководитель творческого проекта «Устами наших сердец» Оксана Гладышева пришла к главе городского округа Серпухов с подарком. Сергею Никитенко вручили книгу «Сборник стихотворений. Это у нас семейное», посвященный году семьи, созданную совместно с поэтами Серпухова и ребятами из семейного городка. Сергей Николаевич заглянул, у него сейчас очень такой насыщенный, плотный график, но он заглянул в книгу и сказал: вот самое интересное то, что стихи вроде простые, но они вот этой своей, наверное, простотой западают в душу, говорит, прям запоминаются. У меня, говорит, уже прям несколько строк прям в голове звучат. Все, кто посетил выездную администрацию, смогли обратиться за помощью к Сергею Никитенко, его заместителям, руководителям структурных подразделений и депутатам городского совета Ольге Ковшарь, Николаю Пушкину, Федору Чудинову, первому заместителю городского прокурора Валерию Кукушкину. На часть обращений ответы были даны на месте, другие же требуют более детальной проработки. Следующая встреча в формате выездной администрации состоится 18 апреля в Протвинском лицее.